Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Я Анастасия Шевцова. Вот о чем расскажем сегодня. Сбил и скрылся. Смертельное ДТП под Бобруйском. Как это было? Обман в интернете, фейковые покупатели и поддельные сайты. Как не попасться на удочку кибермошенников? Не справился с управлением. В деревне Сычково опрокинулась легковушка. В чем причина? Грибной сезон в разгаре. Как не потеряться в лесу? Советы от МЧС. Стань заметнее. Как фликер может спасти жизнь? Погиб на месте. Возле деревни Бабино автомобиль насмерть сбил человека. ДТП произошло в субботу на трассе Минск-Гомель. Автомобиль двигался в сторону столицы и сбил 49-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Подозреваемый водитель транспортного средства задержано. Следственным комитетом проводится проверка. Всего с начала этого года на трассах вблизи Бобруйска зафиксировали 20 ДТП, которые унесли жизни семерых. Виной всему в большинстве случаев алкоголь, говорят инспекторы. Выпивают как водители, так и пешеходы. Вторая причина происшествий – превышение скорости. Антикомбо в конце прошлого месяца собрал 34-летний бобруйчанин. Мужчина сел за руль пьяным, ехал с превышением скорости. Возле деревни Слободка потерял управление. Машина съехала в кювет, несколько раз перевернулась и влетела в лесопосадку. Искореженную Audi 100 буквально вырезали бензопилой. Попутно машина протаранила несколько деревьев. Шансов выжить у водителя и пассажира практически не было. По горячим следам. В Бобруйске задержаны подозреваемые в поджоге киоска и порче авто сотрудника милиции. Звонок на номер 102 поступил в субботу ночью. На Шмидта горел киоск. К моменту приезда оперативников спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил стену киоска. Сыщики предположили, это был поджог. Правоохранители вышли на троих бобруйчан, которые могли быть причастны к преступлению. Выяснилось, что мужчины тщательно готовились к поджогу. Заранее привезли и поместили на крыше киоска емкость с бензином и часовым механизмом, которые впоследствии привели в действие. О преступных планах бобруйчан говорят и другие факты. В гараже одного из них сыщики нашли пневматическое оружие, трафареты для надписей, предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. Оперативники установили, подозреваемые также повредили и автомобиль сотрудника милиции на прошлой неделе. Следователи возбудили уголовное дело по 218 статье. Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. Фигуранты находятся в ВВС. Их проверяют на причастность к другим преступлениям. Чтобы не было беды, милиционеры Бобруйского РОВД стоят на страже безопасности. Инспекторы регулярно проводят профилактические мероприятия в деревнях и поселках близ Бобруйска. Беседуют с жителями, напоминают ПДД. Сегодня инспекторы заглянули в деревню Турки. Пообщались с прихожанами местного храма, напомнили о скоротечности светового дня и подарили фликеры. Мы ходим часто вечером, совершаем вечернее богослужение, поэтому наши прихожане нуждаются в этих средствах. Порядка 80% ДТП в осенний период происходит в темное время суток, говорят в госавтоинспекции. Водитель способен увидеть необозначенного пешехода или велосипедиста на проезжей части в лучшем случае за 25-30 метров. Фликер увеличивает это расстояние в 10 раз и дает возможность автомобилисту своевременно принять меры по избежанию возможного ДТП. Внимание, пропал человек. В Бобруйске разыскивают 33-летнего мужчину. Сергей Жучков пропал 6 октября. Ушел из дома в неизвестном направлении. Последний раз выходил на связь в тот же день в 8 часу вечера. Приметы – рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, цвет глаз – зеленый, волосы – темно-русые. Был одет в черную спортивную куртку с желтыми вставками, синие брюки и синие кроссовки с белой подошвой. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просьба обратиться по телефону, указанному на экране, или короткому номеру 102. Не справился с управлением и вылетел в кювет. В деревне Сычково опрокинулась легковушка. ДТП зафиксировали в 9:30 утра. Рено двигалось со стороны Березино на Бобруйск. Не последнюю роль в этой истории сыграла погода. Трасса была мокрая из-за дождей. Водитель не рассчитал скорость и потерял управление при повороте. Автомобиль один раз опрокинул через крышу, получил значительные механические повреждения. Была повреждена передняя часть, вся правая сторона, крыша. Стойки. Ни водитель, ни пассажир, который находился в автомобиле, так как были пристегнуты ремнями безопасности, телесных повреждений не получили.
Инспекторы заостряют внимание. Дорога осенью – зона повышенной опасности. В дождливую погоду тормозной путь увеличивается в два раза. Резкое ускорение и торможение могут спровоцировать занос и аквапланирование, когда автомобиль становится неуправляемым. Выманивают данные карточки, списывают средства и исчезают без следа. В Беларуси всплеск кибермошенничества. Деньги через интернет крадут под разными предлогами и с разных сайтов. В Антитопе сейчас куфар. Только за сентябрь бобруйским оперативникам поступило 37 сообщений от жертв куфар-мошенников. Посредством несложной схемы преступники втираются в доверие к продавцам. С вами посредством определенных мессенджеров, Viber, WhatsApp связывается злоумышленник, который представляется как потенциальный покупатель. В итоге предлагает вам в ходе переписки перейти, но на сайт, данный сайт является не сайтом торговой площадки куфар, а фишинговым, то есть поддельным сайтом. При переходе на данную ссылку, значит, лицу необходимо предоставить реквизиты своей банковской платежной карты с целью получения в дальнейшем якобы денежных средств за приобретаемый товар. Однако деньги на карту не поступают. Наоборот, списывается все до копейки. Специалисты предупреждают: не сообщайте третьим лицам код на обратной стороне карточки, логин и пароль от мобильного банкинга, а также защитный код 3D Secure. Если человек вам сбрасывает ссылку, внимательно смотрите, какая ссылка происходит, потому что в основном фишинговые ссылки имеют расширения, такие как .ru, .com и другие расширения. Все официальные источники на территории Беларуси имеют либо .com, либо .by. Нередки сейчас и мнимые звонки из банков. Преступники выдают себя за сотрудников службы безопасности и просят продиктовать личные данные, якобы пытаясь уберечь клиента от злоумышленника. После вымышленные банкиры вместе со списанными деньгами исчезают. Во время таких звонков, уверяют правоохранители, без зазрения совести стоит класть трубку. Ушли в лес и не вернулись. С приходом осени сводки МЧС все чаще пополняются информацией о пропавших грибниках. Оно и неудивительно. Из-за дождей дары леса растут как на дрожжах. Грибники, как заядлые, так и любители, торопятся собрать урожай и забывают об элементарных правилах безопасности. Только на прошлой неделе в лесах Бобруйского района зафиксировали 6 сообщений о потерявшейся в лесной гуще. В 5 из них спасатели поддерживали связь с заплутавшими грибниками по телефону. При помощи звуковой сигнализации направляли людей к выходу из леса. Один из важных советов, которые дают спасатели, уходя в лес, не идти, во-первых, в одиночку. Престарелым людям, гражданам, ходить в лес вообще нежелательно, потому что походы в лес сопровождаются сложными большими физическими нагрузками, которые не всегда хорошо сказываются на взрослых людях. При сборах в лес советуют спасатели лучше надеть светлую или яркую одежду, чтобы не сливаться с окружающей средой. Можно сделать акцент, надев красный головной убор. С собой взять минимальный запас воды и еды, заряженный телефон и коробок спичек. О намерении отправиться в лес стоит сообщить кому-то из близких. 7 октября на Орджоникидзе полыхал гаражно-строительный кооператив. Сообщение спасателям поступило в 19:37. К моменту приезда огнеборцев из гаража валили клубы дыма. Сотрудники МЧС вскрыли строение. Внутри находился Митсубиси 99-го года выпуска. Повреждено лобовое стекло и капот. Во втором гараже ничего не пострадало. Специалисты устанавливают причину возгорания. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Анастасия Шевцова. Увидимся через неделю.